Здравствуйте. Я хочу показать кое-что интересное вот, в двух программах. FG Tuneup, ну извините, конечно, я по-английски не силен, но все равно. А вот это вот, как я в предыдущих видео показывал, что можно вот это вот, вот этой программы как бы чистить, устранять неполадки всякие, вот. Делать освобождение места, там ускорение ставить, там вот много вот есть утилитов в одной, вот, даже вот сканировать, да, можно даже еще делать проблемы, смотреть какие очищать. И вот эту программа, она то же самое, только она старенькая. Сейчас. Вот, в принципе, одно и то же. Вот. Фирма одна и та же. Только это более старенькая, вот это самое более новенькое. Это сделано практически под десятку. Ну, наверное, можно и под семерку, потому что там уже программы другие, и папки совсем другие, и, как бы сказать, реестр тоже самый маленько другой. Так как если это чистит уже по-своему, очистки делает там, вот даже еще остались, и вот эти как быстренько все прям изумительно работает. Вот они два вместе. Ну, у меня, правда, перед этим еще много еще программ есть для тестировки. Вон, смотрите, сколько у меня целая куча их здесь. Все полностью, все тестируется. Вот. Так же, как здесь устранение неполадок есть, и то же самое, одно и то же, все функции есть, тоже устранение неполадок, реестр, и вот. Если сделать эту для очистки, эту для оптимизации, ну они довольно неплохо как бы прижились в компьютере, в ноутбуке, наверное, надеюсь, все то же самое будет, довольно неплохо. Перед этим видео я показывал, как они вот это как можно ее активировать на читая на 3 года. И вот это вот она, я вам тоже ссылочку скинул, она идет на, ну короче, она, проще сказать, сразу включи репок идет от кролика. Ну, в принципе, все, подписывайтесь, не стесняйтесь. Вроде как бы все. Следующее видео будет, как оформить вот это вот все папочки и сделать покрасивее компьютер. Ну, можно сказать, перед друзьями похвастаться. Ну ладно, удачи, подписывайтесь, не стесняйтесь, будем дальше.